Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» будет очередная веселая распаковка товаров с сайта AliExpress. Ну что, поехали! Ну, здорово! С вами опять Марья Ивановна из села Кукуева Мухосранского уезда. Ой, девчонки и мальчишки, с ентими посылками чудеса! Ой, одни продавцы отправляют, другие не отправляют, третьи вообще всякую фигню в комментариях. В сообщениях в личных пишут комментарии. В сообщениях пишут, друг, мол, говорит, извини, такого цвета нету, а фабрики, заводы стоят, и отправить вам не можем, потому что пароходы не летают, самолеты не ползают, или чего-то там куда-то не идет, короче. Ну, говорит, мы вам отправили, говорит, другого цвета. Не знаю, может, голубиной почты какой. Ой, не иначе птичий гриб будет опять. Ой, ну, что, посмотрим, что сегодня поприехало. Ага, 3 заказных посылки, 3 простых. Много не мало, а в одной-то труселя, девчонки. Ой, труселя обещала, кто ко мне в группу ВКонтакте заходит, тот все самый первый узнает. Так что, кто еще не в группе ВКонтакте, заходите и смотрите. Ага, ну что, вот такая малюсенькая какая-то пентиплюшка, даже не знаю, что там такое. Что-то, сейчас посмотрим, что нам сегодня понаприслали. Ой, ой, опять Качаева смерть. Пакет, а в нем еще пакет. Так, ой, дочь, что тебе? Звездный браслет. Браслет «Звездные врата». Что-то он там стоил? Недорого. Он типа того и стоит. Ага. Так, а ну-ка, ходи сюда. Сейчас замок сломаем. Ага, сломаем. Вот ведь. Вот так вот надо лучше открывать. Ломать вот эту штуку, а не замок. Угу. Так, ну давай, руки свои, крюки. Сейчас приделаем как-нибудь. Сейчас покажем, ну-ка. Ага. Ой, ногти мешают. Ну что ты будешь делать-то? Вот, ну можно вот так вот зацепить. На, вот. Так-то вот тут, вон, видите, замок-то вон тут кончается, вон. Но мы зацепили вот как. Вот, за такое звено между звездьями. Так что вот так вот будет норм, да? Да. Ну как, тебе нравится? Да. Не помню, сколько стоит этот браслет. Снимай, потом покажем, потом будешь носить, да, потом фотографии еще надо будет на заставку-то сделать, чтобы теперь же обещала фотографировать, что было в распаковке. А то ж потом не вспомнишь, что в какой распаковке было. В общем, браслет этот. Ну, очень дешевый. Он, собственно, больше и дороже не стоит. Ну, убейте, не помню, сколько стоил. Так, но пришел, несмотря ни на какие. Угу. Эпидемии. Что это, какая-то пипулька, еще какая-то маленькая финтифлюшка тут лежит. Сейчас посмотрим, что мы нам там наложили такое. Ух ты ж. Заяц побега. Ух ты ж, со сломанным замком приехал. Вот ведь, а ведь дешевый был. Вон, уже, видишь? О, сломанный сразу, вон. Вон застежка, болтаться. Ответь, ай. Не иначе вирус поразил ее по дороге. Енту брошку. Ой, вот она печаль, беда. Заяц-то хороший. Теперь есть только наклей, куда его пришлепать. И он, смотри, как камни-то поприклеены. Все хорошо, прям так, ой. И заяц-то такой красивый. Ну вот, застежка по дороге поломалась. Ага. Ой, да, вот. Вот беда-то, ну вот начинается утро в колхозе. Ой, так, это надо оставить, придется споры открывать, что поломано в дороге. Испортилось, пока приехало. Так, тут что-то такое. Что-то тоже пипка какая-то. Ой, вот тебе веселье, развлекуха. О, птица. Еще одна птица счастья. Ента пробка силиконовая на бутылку. Вот такую зелененькую прислали. Зелененькую заказывала. Прям такая мягкучая, хорошая. Вот те-то прыжки-крышки, что были в прошлый раз, а вот енте. Ага, я потом посмотрела, тоже зеленые заказывала. Вон какие прислали, вот енте-крышки. Вот так-то вот, заказывай. Но зато не задорого. Угу. Ну что, самые дешевые посылки открыли. Теперь то, что подороже. Так, ну-ка вот енту. Тут, наверное, тоже что-то мягкучее. Как думаешь, что там? Маму, я не знаю, может, папу знаю. Может, папу знаю. Маму, может, тоже знаю. Сейчас посмотрим, что тут знаю. Не знаю. Ой. Ой, не порезала. Ой, что-то пакет уже порезала. О, о. Так, так. Как ты думаешь, что это такое? Не знаю. Не знаю? Зато я знаю. Маму знаю. Енту пеленки еще. Для Маруськи. Такие морские. Что-то мне они уже не нравятся. Ага, посмотрим. Ой, вот эта ткань. О, тут на кнопочке. Ты ж, боже, ты ж ты мой. Ой, да. Хреновые, наверное, пеленки будут. Ну нет, тут, в общем, так, плащевка с ентой, с изнанки.
Ну, по размеру хороши, конечно. А ну-ка, дай-ка мне стакан с водой, сейчас посмотрим. Так, вторая такая же, морские, видите, там медузы плавают. Как надудолит наша Маруся, там и медузы, и что хочешь, заплавает. Как надудолит, ну-ка. Должно-то впитываться. Впитываться, так. Посмотрим. А вот там-то не должно. Ну-ка. Потрогай, тут сухо, нет ли? Сухо. Сухо. А, или нет? Нет, холодно, но не, ну, не мокро, нет, все хорошо. Все хорошо, холодная вода-то. Ага, не протекло. Ну тогда и хорошо. Размер подходящий. Ага, и вторая такая. Ну я заказала еще другие пеленки. То же самое горох, изнанка. Ну вот это придется вот так вот убирать. Хотя вот так можно вешать на веревку. Вон сушиться эти пеленки. Вот. Но все равно верхняя ткань мне не нравится. Не нравится мне верхняя ткань. Вот хоть убейте меня. Я думала, она будет другую. В общем... Ой, это хорошо, что мы для собаки, для писюка, для куку купили, а для ребенка, девочки, не рекомендую. Ткань какая-то такая, полусинтетика какая-то, вот ента верхняя, для детей не рекомендую. Больно дорогучая для детей, уж хоть какой хлопок был. Вот другие еще пеленок заказала такого же размера. Вот они должны быть хорошие, ох, хорошие должны быть. Больше всех они мне понравились, ладно, что там дальше, посмотрим. Сейчас ента вот так завернем, перевернем. Так. Тут должны еще быть одни компрессионные гольфы. Оп, чики-пуки. Еще одни заказаны. До сих пор не отправили. Так, сейчас посмотрим. Тоже размер S7. Так, вот эти, наверное, будут самые лучшие. Ну, сейчас посмотрим. Так, точно. То-то я их и заказала. Прям как сердцем чуяла. Вот, ниток никаких нету. Это тонкуче, хорошо на лето. Вот, видали? На изнанке ниток практически нет. Ну, тут так, чук-чук. То есть, вот этих нету, поняли, да? Что вам в прошлый раз эти коротышки показывала тоже. Ну, не такие плотные они. Яркучие такие, салатовые. СМ. Плотные, хорошие. Такие прям... Я думаю, что хорошие будут. Одеваться, наверное, будут полегче малость, чем вот те, то что розовые. Розовые с серым, с белым. Они хорошие так. Сейчас дырок проверим, нету ли. Ага. Заказала еще вот такие же, только белые с черными полосками. И просто белые. Вот эти хорошие, мне уже нравятся. Ну, тоже продавец молодец, все прислал вовремя. Ничего его, никакая зараза не взяла, чтобы посылку-то отправить. Вот, молодцы, есть продавцы хорошие. Теперь еще в группу, если знаю, что продавцы все отправляют, так и пишу, что отправляют. А то некоторые, извини, друг, самолеты не летают, не ползают. Ну и теперь это главное, посылка на сегодня. 5 пар труселей, всяко разных, кому? Деду, маму, кому подойдет, тому и будет. Там есть размер 4XL и остальные 2XL. Ну, я подозреваю, что все 2XL на мою пятую точку, а не на твою. Сейчас посмотрим. 5 пар труселей, все хлопочек. Сейчас все померим, все замерим, метром измерим. Девчонки, у ентова продавца с труселями. Ой. У него, значится, есть еще носки, труселя женские, мужские, все отправляют. И этот заказ делала 5 февраля. Вчера он уже 25 февраля пришел нам почту, только сегодня его получила, 26. Ага. Ну вот это вот 2XL, это на мою пятую точку, на твою точно велико будет. Так что, девчонки, енты 2XL, прям то, что доктор прописал. В общем, сейчас с метром все покажу, все расскажу. ХБшечки прям приятные к телу. Ох, приятные к телу. ХБшечки буду вся в фламингах. Так, все смотрела я на эти труселя, думала. А, платная доставка у него. Но, если берете 4 пары каких-нибудь труселей, любых, сразу платная доставка убирается. Я взяла 5, все бесплатную доставку, отслеживалась полностью, посылку заказная, только на почте выдают, никто в почтовый ящик не кидает. О, на, как тут все прошито, пришито. Итак, без растяжки, енти труселя идут у нас... Ага, вон, 35. Так, с растяжкой. 3 оранжевые. Я со своей талией 120 влезла, как влетая. Как мне и надо бы... Ой, что-то не так метр взяла. Так, вот так. Так, сейчас посмотрим, как растянется на пальцах. Ну, ох, 56 тянется. Так, 56, ну, 56. 56 тянется. Значит, это опять метр 6, метр 10, метр 20. В енты труселя талия до 1,20 точно влезет. Ага, теперь еще вот эти посмотрим. Так, ну и бедра соответственно.
все тут влезут хорошие отверстия, не маленькие. Так, вторые труселя. Так, тут порастянули. Эти покороче. Лимончики не такие яркие, как на фото. Так, тут-то тоже все прошито. Вон тут аж зигзагами. Так вот, видите, зигзагами попрошито все. Хорошее качество, прям вот хлопчатобумага. Тут все, видите, вот все попрошито качественно, девчоли. Девчоли, все качественно. Труселя-то недорогие, там 100 с копейками рублев. Видите, все попрошито как надо. Так, дальше поехали. Так, сейчас. Так, ну вот енси чуть поменьше. Сейчас посмотрим, как они тянуться будут. Так, лимоны. Так, фламингов уберем. Так, тут-а. Ну тоже, 34-35. Так, тянучка, ну-ка. Тянучка. Также, 54 приблизительно. В общем, на талию 1 м, 10 м, 20 должны налезть нормально. Так, сейчас, ну-ка. Хорошо тянутся. Будут плотненько сидеть, хорошо. Угу. Мне прям самое милое дело. Во, вот эти очень хотела посмотреть. Уж на них я пялилась. Вот такой вот дизайн. Вот тут, обратите внимание, вот как сделано. А? Вон, такой вырез красивый. Резинка вот такая. Угу. Широкая. Вот это уже, наверное, дочь, только тебе. Так, ну-ка. Тянется не очень. Так, 32. Но при этом тянется-то не очень. Не очень. Так, а размер-то какой? Так, размер. 170-95. Ой, наверное, 170 ты брала самые большие. А ну-ка, скидывай свои штаны. Да давай побыстрее, я хочу посмотреть на мою попе. Наверное, не попе. Ну, давай, одевай. Вот сюда встань. Встань, я пока вот енти достану. Вот такие, с цветулями. Тоже на мою ПП. О, как хорошо-то. Ну, как шортики, да? Да. Ну, дочулю, да вот поправь ты резинку. Нигде не жмет? Нет. Нигде не жмет. Сейчас скажу, у нас бедра большие, девчули. Бедра у нас большие. Больше, чем талия. Так, тырим. Так, у нас бедра 88 сантиметров. Так, ниже талии, ниже пупка. Ниже пупка у нас резинка налезла. 76, это у нас такой размер. Бедра 88, сымай. Бедра 88 сантиметров. Сымай. Ой, хорошо смотрится, давай еще таких купим. Ага. Мне такие понравились. Не мне, так дочули, просто тянутся не очень. В общем, девчули, в общем, размер, вот, размер, который 170, на бедра 88 нормально. Уже больше, лучше, ну, 90 потолок, хорошо. Ну, хоть до чули пойдет, хорошо, так. Енти, я тебе уж побольше вижу, что побольше, даже побольше вот этих фламингов. Ага, нет, такие же, то мы растянули еще их. Так, ну-ка, тоже все, тут все то же самое, все хорошо. О, с браком пришли, вот тебе и все хорошо. Ай, как всегда мне повезет. Ладно, разберусь я с продавцом. Как раз буду еще один заказ сделать. Напишу, что давай, друг, по-любезному договоримся. Ну, тоже так же, там типа 34-35. И растянется. Эти хорошо тянучки. Эти прям тянучки притянут. Ух ты ж, нифига себе, ну-ка. Ух ты ж, да. Вон, до 57 почти. Так что эти вот прям даже сразу видно, что енти больше. Вот. Фламинги и вот эти прям хорошо тянучки. Эти тоже хорошо тянучки, но вот эти как-то поменьше. Эти поменьше, эти побольше. В общем, вот эти пока что больше всего понравились. И вот эти очень хороши, но, в общем, только до чульки, но все равно без разницы. И вот эти меня очень. Ох ты ж, ёж твою ж. Ой, очередные парашюты. Вот ведь да. И никаких указаний размеров-то нету. Вот ведь. Вот эти, по-моему, 4XL брала. Ага, ну-ка. Вот, точно. Ой. 4XL. Ой, да, девочки. Что-то намудрила я. На 4XL. Ой, очередные парашюты. Ну, налезть-то они налезут, но... Все то не то. Вот, переживаешь ведь все время, что боишься. А вдруг, мол, о... Вон он, размер один, видите как? Вот, один размер, один продавец. А вот... Разница какая. Вот это только дочь налезет, остальное маме. Сейчас скажем, как они растянутся, перетянутся.
Так, тут резинка вот так прошита, перешита. Тут у нас вон как прошита. Тута и тута. Ну, хлоп, ну, ткань зачетная. Просто вот такая прям хлопок с элластаном. Прям такой трикотаж шикарный. Ой, труселя прям зачетные. Но вот ведь страх-то. А вдруг, малы, он 40 сантиметров без растяжки. 4XL. Ох ты ж. 66. Ем-то сколько будет? 130, 120, 130. Почти на 140 талию, девчонки. 4XL. Вот она как. Тоже вот тут все тянуче. О, у кого бедры? Вон, смотрите, какие тянучие тут вот эти. Для ног. Прям, ух, тянучки-притянучки. Знаю, что у многих прям проблема. Ой, да, я-то, конечно, в это влезу. Но мне это будет нормально, но великовато. Свободно очень будет. Не сварятся, конечно, с моего арбуза. В общем, хороши труселя. Хороши, но брать теперь надо мне размер поменьше. 2XL самое то, что надо. Не поверила, глаза испугались. Думаю, ой, ладно. Думала, чуть что, гляньте мне, остальное все дочь. А дочь оказались только вот эти хороши. Но одеваются, как шортики смотрят. Вот, как шортики. В общем, собственно-то, а на этом-то сегодня распаковочки конец. Кто смотрел, тот молодец. Не забывайте ставить лайки, грозные дизлайки и писать комментарии. Ну а теперь, чё? Марусечка! Но вначале покажу вам, что мы вчера-то на улице узрели и просто офонарели. Люди, вы посмотрите, что творится. На дворе 25 февраля 2020 года, Ленинградская область. О, у нас уже весна по полной программе. Все. Обалдеть. 25 февраля. Травка зеленеет, солнышко блестит. Вот так вот в этом году. Вот такая вот зима веселая. Марусенька, ты помылась, да? Ты помылась? Ой, Маруся помылась, помылась. Ой, помылась, ой, помылась. Ой, чистенькая, да, надо вытереться о полотенчик. Ой, Маруся помылась. Да-да-да. Ой, что ты там попрошайничать заодно успеваешь, да? Все. Ой, помы, ой, как хорошо-то. Ой, так, побежала. Че она там побежала? Проверять опять пеленки. Пошла в туалет. Ой. А теперь всем желаем удачных покупок, мира и добра, и пока-пока!